Столица планирует снова ужесточить карантин. Сегодня на заседании правительства Оскар Мамин поручил провести заседание межведомственной комиссии из-за выявленного в мегаполисе индийского штамма коронавируса. При этом премьер-министр отметил, что обстановка в соседних странах продолжает ухудшаться. В этой связи нужно усилить контроль и на государственной границе. Глава правительства поручил обратить внимание на строгое соблюдение санитарных норм и увеличение темпов вакцинации. Кстати, сегодня министр здравоохранения назвал регионы, где наблюдается низкий уровень прививочной кампании. Охват вакцинации первым компонентом ниже среднереспубликанского в Мангыстауской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Алматинской областях, отметил Алексей Цой. По его словам, учитывая установленную циркуляцию индийского штамма в стране, акиматам регионов нужно нарастить темпы иммунизации и продолжить работы по контролю за соблюдением масочного режима и социальной дистанции.